Стартуем. У меня теперь край был надо вырваться. Опа-на. Опа, это не спойлер, значит, это не я. Это не антистрим. Это не два, нет, не зеленый и не черный. Да, да, я Фина видел, он возле меня бежал, скорее всего, кто-то вниз. А где? А кто вниз побежал с столовой? Кто в столовой там еще бегал? Кто кого видел? Я из столовой побежал налево. Ой, направо. Налево, да. Я в навигации, прямо в конце, я увидел лев кастера вроде как. Да-да-да, ну то есть это не зеленый, и черный стоит на кислороде, если окей, не ошибаюсь. Окей. А где труп-то вообще? Нужно узнать. Вон прямо у входа в админку. Внизу. Чёрный, ну как туда выбежал? Артист, а ты куда пошел после вепонов? Что такое вепоны? Ну, там, где ты астероид. Я там и остался. Окей. Не-не, ты бы не успел. Я не помню, кого я видел. Не знаю, это может быть левкастер в каком-то из миров? Я просто не знаю, как давно он был в этой части корабля. Нет, труп свежий, труп свеженький, типа. Я успел добежать до мидбэя, считай, труп зарепортили, а я его видел в админке. Я в админке, потому что бежал. Труп прям свежий. Я более чем уверен, что кто-то просто винтовнулся в админку, он либо сейчас сидит в винтах, либо он вышел в сторону... В правую сторону где-то. Он сразу убил, и я подбежал. Он, его просто не было видно. А, ты хочешь сказать, что он прям только что убили? Да, да, я сразу даже зарепортил. Окей, окей. Мне кажется, мы услышали что-то от чела в этом раунде, от спойлера. Алло, чел! Алло! Я просто еще... Спойлер ничего не говорил. Это правда, я молчал весь раунд. Я не знаю ников, так что... Убил и молчит, не понимаю. Может, потому что ты петушня, спойлер? Может быть, поэтому. Где труп? Спойлер, что скажешь? Где труп? Подождите! Спойлер, что скажешь? Я рассказываю, короче, прихожу в свет. Я увидел кровь, отбежал, но я не увидел, кто убил. Я хотел отбежать, чтобы понять, кто убил, понимаешь? Рассказываю, прихожу свет чинить, короче, чиним свет. Стоит желтый и коричневый, кто-то из них убивает и бежит вниз. Первый выбегает спойлер, за ним бежит желтый. Типа, я спрашивал спойлера, ну, типа, между желтым... Возможно, хотели даблкил сделать, поэтому... ну, либо в толпе какой-то килл странный очень. Зеленый поэтому... репорт возьмем. В общем, смотри, какие рычаги надо было поднимать? Чего? А какой ключ нужно было поворачивать? Реально. Давайте так. Короче, я просто предлагаю. Мы, ребят, не хорошие, почему нет? Да я его не открыл, потому что свет починил тот, кого убили. Так великолепно, я чинил свет, там единственный включенный был второй. Короче, я просто вам предлагаю, можно коричневого, ну, коричневого первым, окей, если желтый так хочет поиграть немножко. Коричневый первым. Спойлер. А я не хочу поиграть. У нас тут 50-50. Я говорю, мы стояли в толпе. Я увидел кровь и отошел, чтобы посмотреть, кто убийца. Да ты уже у выхода был. Ну, отошел далеко. Ты, спойлер, можешь, если хочешь, можешь отойти в открытый космос. Ой, блядь, Наргот. Открытый космос у тебя в штанах, блядь, понял? Комплимент, да, похоже. Ага, у тебя в штанах сферический конь в вакууме, блядь, давай. Да, потому что я жеребец. Ага. Кобыла ты, а не жеребец. Я не думаю, что спойлер был импостером.
Это артист. Это за паста про пассивное курение, белоглазка. Так, ну и чё тут это? Ну, это, скорее всего, я не увидел, но показалось, что труп прям падал, поэтому, скорее всего, это прям сейчас сделали. А где? А где труп? А, как спускаться с камер в электрику. Типа с нижнего реактора прям подходили в электрику. Оттуда Крайбл шел. Но это не чел, он на камерах стоит. Это может быть и фиолетовый, это может быть и сам артист, кстати. Это вряд ли артист, потому что спойлеры, я думаю, мы правильно вывели. Я не думаю, что это артист еще по первому раунду, он пошел на вепоны, он их не доделал в первом раунде, он их доделал во втором. Поэтому мне артист нравится для очень. Кого? Мне очень нравится, ну, стрелять астероиды. А антистрим мне нравится, потому что я видел, как он делал и загрузку, и скачку. Ну, желтого каких-то, да чего, господи. А где ты был, чел? Я на камерах. Не-не, он на камерах был. А, ты, все, я прости, я прослушал, да. Ну, давай. Я даже быканул, смотри, сразу. Не, ну я ж дал заднюю. Я ж любя. Че, кого убираем? Желтого? Да, желтого. Крайбл, у тебя еще есть? Уже нету, наверное. Да нет, у меня уже шанс. Уже нету шанса. Чел, ты. Крайбл, блядь, а че, где реакция твоя? Я говорил даблкил. Я стою на свету, чтобы просто чекнуть рычаги. Ты убиваешь ровно в тот же момент. Какие, блядь, рычаги чекнуть, Крайбл, нахуй? Хорошо, ты за мной бегаешь, хорошо, ты за мной да. бегаешь да. Весь раунд. Заходишь за мной в электричество, мы в электричестве да. Тусуемся. Я его вырубаю, блядь, ну это... Что? Пошел ты. Пошел. К тебе пойду. Приходи. Давай, запускай. Подожди. Если бы меня сейчас Крайбл не убил, я бы подумал, что это артист. Не-не, это точно был не артист. Ну, я чувствовал то, что был крюмейтом, я чувствовал. А он три раза, когда после голосования раунд начинается, три раза в правую сторону бежит. Я думаю, что у него там квесты генерируются. Типа первый-второй раз он бегал делать оружейную, а в третий раз, я не знаю, там провода или тыкнуть штуку. Так. Ага. Ага. Крайбл. Ага.
Чего? Это был точно не край, был бы все труп? Время. Труп в электричестве. Но это не антистрим. Почти туда добежал. Это не антистрим, точно? Да, это не Аркис и не Финаргот. Так, ну погодите, давайте, не я, не Левкастер, не артист, не Крайбл. Не, я до электриков не добежал, я в хранилище не Крайбл, стою. Не Крайбл, не антистрим. Мимо админок пробежал только. Дампунг тоже, дампунг тоже в правой части всю катку. Так это ты сам за себя говоришь, дамплин. Ну, у меня антистрим, я антистрим крышу, потому что он был в правой части, я его там видел. Хорошо, тогда либо Шрозакс, либо Чел, либо Хорибл. Я пробежал, я только пробежал мимо админки, меня видели, меня по-любому видели. Я Крайбл оправдывал. Меня должны были видеть. Я прибежал в хранилище на мусор сразу и все. Ну, чел, у тебя проблемы, понимаешь? Шрозакс, чел? Я сказал в начале раунда, что я не добежал даже до электричества. Я потому что бежал... Таких вас двое сейчас. Это ты и... Еще раз, или в кастере, где труп? Был, по-моему, или кто? Труп в электрике, но не у щитка, он чуть-чуть право, как будто, знаешь, он понял. Но ты помнишь, как только мы спускались... Кстати, стоит шумоподавление, из-за которого, когда тебя перебивает, мы тебя не слышим. А как только мы спускались с тобой в админку, ты не со стороны ружейки или откуда-то шел, а чел шел в сторону мита. Да, потому что я сверху... Это единственное, что он мог, типа, винтануться, убить и обратно засесть. Ну, типа, ну, по таймингам маловероятно, потому что артист, ну... Ну, тогда не чел, кто? Спасибо! А это не желтый? Мне кажется, желтый спускался куда. У нас либо Хорибл, либо Шрозикс. Так я с Хориблом был вверху справа в кафетерии. А почему это не Крайбл, который вроде там был? Шрозикс же сказал то, что почти добежал до электрики. Мы с Крайблом были с друг другом в вижне весь раунд. Весь раунд мы были у друг друга в вижне. Сошла. Так. Я хочу еще поговорить. Я тоже не понял. Да, конечно. Ну, у нас получается то, что либо у нас два импостера друг друга крышуют, либо это черный. Я так понимаю? Ну да. Потому что все друг друга крышуют, кроме черного. Я бы не успел. Не-не-не-не-не. У нас либо два друг друга крышуют, либо это чел. Подожди, а черный, где он был? Так поди. Я что, я пробежал мимо админки, сказал, там было два типа, да, должны были меня видеть. Я пробежал только в хранилище, выкинул мусор, побежал в сторону света, и тут репорт. Так вот, я видел, смотри, смотри. Я вот черного видел, или я не понял, это черный или желтый. Мы с артистом заходим в админку, он спускается, он, наверное, передо мной сходил, сделал килл, а я за ним зашел. Ну, типа, это черный может быть. Черный тоже может быть, спокойно. Ну, в общем, это либо черный, либо чел, да? А Хорибл, блядь, никто не рассматривает, типа, что за ров? Я был с Крайблом. Потому что Крайбл с Хориблом друг друга троют. Я был с Крайблом. Крайбл помолчит. Да, я был с Крайблом. Я скип. Мы были с Крайблом весь раунд. Я говорю, что изначально мы были в кафетерии. Сейчас мы пошли загружать данные, которые в первом раунде мы скачали. А, ну вот, Хорибл крышует, Хорибл с Крайблом. Все, блядь, говорите оба. Я так черного кикаю. Ну, хуя. Я скипал. Кто черт? Я оставил черного. Кто-то поставил в желтого. Кто еще черного оставил? Я скипнул. Гуашью. Чё у меня сегодня кашель такой?
музыку громче сделать? Могу чуть громче. Да я не болею, это у меня остаточное. У меня же типа гайморит хронический. Всякими этими осложнениями, упражнениями. Ага, кто стоял на камерах сейчас? Я. Кто пришел последний из столовки? Из столовки? Да. Куда, смотря? И со кто со столовки пришел на верхний двигатель к вам? Ну, пробежал. Я прибежал в верхний двигатель, но с камеры и с реактора. Я просто труп лежит сейчас у проводочков в столовке. То есть кто-то должен был прийти к вам сейчас туда, сверху, со столовки. Я не увидел никого. Я видел только артиста, который бегал в правой части корабля. Он бегал за челом. Ну просто реактор сработал, я побежал в другую сторону искать трупы, а там только чел был. То есть я верю только к Крайблу. Хуя, он там тусуется слева, кстати. Ну, я да, мимо камер пробивал, но я не заходил туда. Я с Крайблу был а ты с камер куда пришел? О, Безбаш пришел! Я пошел вниз. ЧЕЛ! Я пошел в админку, посмотрел, что вы все находитесь. Там на реакторе. Ну да, все находитесь слева, и один человек в столовке. Пробежал всю столовку, нашел труп у проводочков. Бля, я хз, я все равно скип. Ливкастер, ты заколебался. Есть подозрение, что это ливкастер убил. Да, признавайся, саморепортишь, но уже... Да, саморепорчу. Похоже на это просто. Ну, пока скипаю, но... Не откидываем это. Жесть. Я мне фиг кажется подозрительным. Я стою на камерах, и он бежит меня убивать, когда я был... Бежит меня убивать. Поэтому ты и умер, да, видишь? А нет, я испугался, что я умру, и поэтому ушел тогда оттуда. Когда кислород взрывался. Надо же. Ой, сори, чат. Ой, хорош. Я... Ну, черного выгнали. Я черного на камерах видел, как он убил. Да, я тоже вообще офигел. А зачем? А зачем под камерами убивать? Оно у меня серое сгорело, серьезно говорю. У меня камера серая была, я еще проверил, что за камера. Видите, по первому раунду еще все правильно посчитали. Да, получается. Юху, минус 3. Нужно быть меньше пушки, ребят. Че? Толя. Меньше быть пушки. Да, спалил тебя, Дима. Че надо меньше быть? Настаивать на свои решения надо. Быть уверенным в себе. Ебать, там типа мне Боря скинул видос, где кот мастурбирует, блядь. Ебать, он на моего похож просто нереально.
ayer la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo... Ну, моего кота, да, пипец похож. Ну, там порода та же самая, но и там мой расцвет, окрас, все пипец, морду. На камеру нашел. Ой, что это за боль моих уже было? Так. Чё? Это чел получается. Левкастер, ты никого не увидел в электрике? Нет, в электрике я никого не увидел. Чел, подожди, левкастер. Смотри, мы стояли на админке, нас был Финаргот, Хори был я. Там было два человека на камерах, два было в электрике, два было, ну, этот. К нам пришел один сюда. А это не Финар, не Хори был. У вас в админке трое было? Ну, я, Финаргот и Хори был. Да. А, ты хочешь сказать, что это чел? Ну да, типа или чел, или сам. Ну он же отрепортил труп в прошлом антистрим. Я в прошлом раунде, блядь, стал бы репортить труп, который подождите, сделал мой чел. Подождите, Березовый, он со мной бежал. А ты, кстати, погоди, это, чела, как ты труп нашел в прошлом раунде? В смысле, потому что я бегал их искал. То есть ты нашел труп и отрепортил, да? Да, все. То есть ты на нем не стоял 5 секунд, блядь? Я смотрел, блядь, потому что я вспоминал, кто пробежал рядом со мной. Что ты, блядь? В общем, смотрите, я когда я Левкастер... Я стоял около группы не 5 секунд. Когда Левкастер антистрим съебали с камер в прошлом раунде, я включил камеры, валяется труп красного. Подходит чел, стоит на нем пару секунд, и после этого только репортит. Ты никуда не ходил, ничего не смотрел. Я вспоминал, сказал, а не ходил, не смотрел. Ну вот, два человека, хитим, да и все. Вспомни, как космос тебя согревает, вот, я считаю. Типа, если это не чел, то это антистрим. Это чел 100%. Чел? Да, по-любому. Бля, чел ты. Два мафа по первому раунду в разноцвете, блядь. Ин решил зарыть свою карьеру на этой тупой игре. Так, а давайте можно теперь... уже не за давайте разберем по-братски. Во-первых, что, какую вы... карьеру? Во-вторых, я полгода в каком не месте играл, игра тупая? А Полю сдох сегодня? Я думаю, можно через пару каточек? Я хочу на эпохе хотя бы одну. Что, мы стартуем? Ну, Финн что-то сейчас молчит. Я же типа там... А я убил, я главное убил артиста и пошел еще перепроверил камеру, они у меня серым говорят, я такой, что? Бывает. Маленькая инди-игра. Ай-я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 й
хитпоинты. Настраивает человек. Ну, типа, я поражаюсь. Мне очень часто пишут такой бред. Ну, я же стартанул, да, значит, тут. Это... Мне пишут ВКонтакте. Ебать, ты заебал, блядь, с этим имангасом, блядь, нахуй. В досу, блядь, давай ебашь, нахуй. Где ролики? Бля, про что я ролики буду записывать? Ну, Valve молодцы, выпустили героя. Но, типа... Киберспортивный сезон вот-вот только начинается. Вот Valve выкатят обновление DPC, вот это все. Будут ролики. Что я должен стримить, мне интересно, на Твиче Доту. Я не умею играть в Доту нормально, какой смысл? Причем мне типа Доту смотрит раза в 4 меньше человек, чем Among. Чем речь вообще? Где друг? О, артисты убили. У меня есть такое подозрение, то что Шрози хамбаг, и то, что ему просто выдает темпостер раз за разом. Не, мне кажется, это саморепорт. Что ты сказал? Я хочу сказать то, что у черного, мне кажется, баг, ему выдают импостера постоянно. Потому что. Погулите. Смотрите, я пошел в правую сторону. У меня 3 таска в навигации. Когда я подхожу к навигации, вырубается свет. Я делаю свои 3 таска в навигации, а именно кораблик, прицел и загрузку. Я вижу, как Шрозих отходил от меня, когда вырубился свет. Я поднимаюсь наверх посмотреть, есть ли там трупы. И я там вижу труп. Так, теперь моя речь. Окей, все, кто был с нами, видели, что я вверх не поднимался. Антистример, Оливкастер, Дамплинг. Дамплинг стоит в оружейке.
Толян снизу делает проводочки или в кастер убежал куда-то в хранилище. Ну, вверх я не поднимался. Вообще я сейчас не стою на связи, закачиваю данные, но как бы это было прямо перед репортом. А где труп-то, я не понял. Ну, я снизу был. Ну, я и говорю, я снизу был с тобой, прямо перед репортом. Короче, у меня есть один вопрос. Я вернулся к Хориблу, он там минут 5, блядь, делал свои три квеста. Он минут 5 там делал квест. Ты на одном месте стоял, Хориблу. Короче, стоп, все, Шрозик, ты красный, успокойся. Чел, скажи мне, пожалуйста, когда электричество вырубилось, ты нахуй в столовку пошел из админа. А мне наоборот нрав больше, когда ты... Ну и все, ты этот килл сделал, хуй ноль забыли. Хуя, я вообще влево, блядь, побежал. Тебя не было влево. Его выгнали за это? Пучок. Загнобили чела. Иди чини корабль снаружи. Да. Научись электричество чинить. Хулер, иди нахуй без негатива. Типа, о чем речь? Ну, конечно, Эмон Гас... А чё я? В тебя 6 человек проголосовало. Хоть и она уже начинает многих заёбывать, и, как вы видите, онлайн у меня меньше на ней, чем был раньше, ну, потому что, откровенно, сколько можно, да? Но просто мне нравится. Я в свое время перегорел, начал играть в Project Winter, мне Эмон Гас надоел. Сейчас я, как бы, мне больше игра даже начала нравиться. Но она смотрится легче, она понятней, она положительнее, игра без негатива. Не, ну бывают негативные моменты, но они там... По сравнению с дотой, где ты каждую катку орешь, алло, бля, нахуй, закройся, ебало, бля, лови мут, тварь, сука. Животных опять мне в команду закинули, вот это, ну типа, сколько можно? Да, я тут думал, знаете что? Мы вчера с другом что-то сидели, он мне говорит, блин, Cuphead жесткая игра. Я говорю, я не играл, но слышал, что да. В общем, поставили мы ее на этот, на Switch. Я охерел, какая она жесткая. И я вот думаю, может ее пройти на стриме? Хотя, с другой стороны, мне еще другая прикольная тема понравилась. Я в сторис увидел у Добряка. Как же она называется? Что-то там Little Nightmare или что-то такое. Там про какого-то маленького челика, за которого ты ползаешь по хате, ну, да, где блин, огромные всякие монстры такие. В закрытой столовке. В своеобразном стиле нарисованы, очень красиво. Да что? Тоже да, блин, ну типа ты у трупа стоишь, значит ты думал, я тебя не увижу. Сделал килл антистрима, даже в люк не прыгнул. Я вообще щиты делаю. Блин, там труп лежит прям в щитах, и ты заходишь только к щитам, ну типа алло. В смысле? Я вообще-то там достаточно давно, я сейчас щиты делаю. Да, просто хз будут ли смотреть. Там труп лежит, его видно в щитах. Типа, как я его могу видеть, если у меня я прошел труп, и там ты стоишь за щитах. Да, даплинга кикнули. Погодите, не знаю, мне кажется, это просто левкастер сейчас меня решил подставить. Но у нас хуйня какая-то. Или нет? Или да. Я думаю. У нас спойлер и антистрим? Да. Да. Шрозик, ты где искал труп? В этой столовке. Двери до этого были закрыты. Финаркот, ты видел, что двери закрыты? Нет, сложно, я не хочу ничего играть. А где? В столовке. Не обратил внимания. Не знаю, на самом деле меня вот что-то левкастер смущает. Ну, Финн, смотри, я тебе объясню. Просто я стою... Я захожу в щиты, там лежит труп фиолетового, я не успел, даже не зарепортил его. Захожу, прошел труп зеленый, дамплинг, туда в щиты еще глубже уходит. Но там труп в щитах лежит, он даже его не репортит и прошел, ну типа... Ну, дамплинг сделал килла антистрима и странный вообще мувы. Ну, это дамплинг 100%. Левкастер, как-то странно, я стою на месте, делаю щиты, блядь, и ты говоришь, что я куда-то там ухожу, чего-то там делаю. Притом ты еще не левкастер. Может, это левкастер и Хорибл? Хорибл вообще был в электричестве сейчас. Да, я был в электричестве. Это я. Можно вопрос за 4 игры 3 раза импостер, блядь? Как это вообще играть? Я вообще не понимаю, как его кикнули. 10 секунд на конце голосования, все кикали нахуй. Че, Леша, пососал. Лех, расскажешь мне, как на этой карте играть, хорошо потом? Сейчас люди даже не рассматривают, что 2 импостера может быть. Сын, блядь. 10 секунд, да ты меня кикнул. Мне потребовалось 5 секунд, чтобы тебя кикнули, бля. За что? Ребята, почему вы даже не рассматривали, что 2 импостера?
Ну даблик, ну ты сейчас травмируешь. Я говорил, сложно, я говорил капхэт, но мы там, типа, я знаю, что мне делать. На обычной сложности первый уровень я прошел раза с 15-го. Там ну и что, на камерах я из навигации не вышел, а в столовке трупы. Little Nightmare мне внешне очень понравилось. Сейчас ты сел бы просто в люке, сказал бы где угодно. Типа, в плане стиля. Я думал, сейчас могут проверить, блядь, я бы сидел в люке, вон весь раунд. Я не говорю, что она сложная. А кто меня задефал в первом раунде? Какой-то падаль. Ливкастер вроде, нет? Я вначале сказал, Little Nightmare сюжет. Вот. А еще есть, типа, еще одна игра. Сейчас же, типа, Nintendo выпустили ремейк старой игры, в которой я играл еще на Game Boy Color, вот, которая... Вот она ебать жесткая, типа, платформер. Называется она Ghost and Goblins, блядь. Ебать! Я помню, я в нее охуевал на Game Boy Color. И сейчас, типа, выпустили ремастер, ну, там, с нормальным графеном более-менее и прочее. Я вот думаю, может, в неё поиграть. Спойлеры, тоже. Ручки собрали, убил на камерах. Ты задрал с этими камерами. Нет, ну, типа, он, я объясню, артист, ну, все находятся в правой части сейчас, ты, Крайбл, Антистрим, сейчас всех видел, кроме, бежит спойлер с электрики, а труп на камерах лежит, ну, типа, он винтанулся, к нам бежал. Стоп, Ливкастер. Получается... Афина, получается... Нет, стоп, подожди, Финн, подожди. Получается, в этой игре спойлера за 10 секунд вычислили? Нет, стоп, подожди. Ливкастер, ты видел, как я из электрики выбегал? Да. Или ты со мной пересекся в хранилище? Я видел, ну ты из электрики шел оттуда. Или ты видел, блядь, своими тупыми глазами, как ты со мной пересекся в хранилище? Все, спойлеры, кикайте. Ты нихуя не видел, как я из электрики выходил, блядь, слепой. Кикайте его. Я красный, меня бесит... то, что Ливкастер, блядь, неправильно дает инфу. Мы с ним пересеклись в хранилище, я не выбегал из электрики. Но ты же, получается, с левой стороны же бежал. Нет, я в хранилище был, канистру наполнял. Канистру наполнял. Держи. И Ливкастер у меня видел возле канистры, блядь. А никак я выходил из электричества. Ты меня даже не видел, блядь, в той стороне, нихуя. Дайте Фину сказать. Я там же просто нахожусь, и что-то я не видел никого там с канистрами. Ну. Ты, значит, тоже слепой, блядь, я стою возле канистры. Возможно, я, кстати, могу быть слепым спокойно, потому что... А Ливкастер, я базарю, я стою возле канистры, Ливкастер говорит, что я бегу из электричества. Ты выводы, блядь, не делай, ты говоришь, что ты видишь. Делай воды, ты вообще чела кикнул в той карте, просто не делая выводов вообще никакие. И не кикнули спойлера, то есть трейдеры бы докинули. А кто в спойлеры проголосовал? Я голосовал. Все, можете нажимать на кнопку и выгонять спойлера, потому что в него мало человек проголосовало. В школе расскажешь, 4 человека проголосовало, мало. Давай спойлер убей. 4 меня, это больше, чем твой член, Финн. Ну, 4 метра это больше, чем мой член, да. 4 дециметра даже больше. А, это еще его и подельник. А, нет, это не подельник, это чел, который камеры не отключает. Я специально, блядь, к нему подошел, чтобы он убил. Блядь, что за бред? Сука, чел! Алло! Блядь! Успели кого-то, да, убить? Да, Финн договорился. Да, минус Финн. Блядь, такая подстава, пизда! Блять, за что? Почему вы Финаргота убили? Почему, блядь, не какого-нибудь Хоррибла? Да, блядь, это пиздец, типа, почему вы кого-то не другого? Почему вы Финаргота именно убили? Это ж пизда. И 5 человек проголосовало. Ёбаный рот. Не, это кажется не второй его трейдер. А может и второй, просто я хз, зачем он... На камерах стоит, они ходят, ну, режут никого. Мы все скоро узнаем, спойлер. Если мы были правы, мы довольно-таки быстро узнаем. Да голосуйте все уже, че вы еще тут? Мы были неправы, мы тоже довольно-таки быстро узнаем. I wanna be a boss, я играл в универе. А кнопку нажали. Просто тебя кикнуть. А, кнопку нажали? То есть, блядь, получается, труп замазали, правильно? Да, вчетвером.
прибежали к кнопке и забазали нашу. Короче, ладно, я видел, ну давай, я просто, ну, я видел, блядь, кто сейчас в админке был? Я. Куча людей было. Нет, в админке сейчас только один человек был, и я видел, как Фенаргот в админку заходил передо мной. Видимо, его убили прямо передо мной в админке. Так Райбл починил нижний реактор. И чё? Какой реактор? В школе расскажешь про реакторы. Реактор, О2 нижняя. Кислород. И чё? Да спойлер, всё, голосуй в себя. И чё, блядь. Окей, спойлер, мы возьмём. Короче, я прошу просто Крайвла выкинуть. Да хорошо, я даже в размен готов идти. Просто выкиньте Крайвла при семерых. Мы будем иметь это в виду. Пожалуйста, имейте это в виду, ребят. Но 2 кило я сделал, похуй. Хорош. Архитект, ты все продолжаешь дарить цапки, спасибо тебе большое. Хочу сказать, что Кейт X... TX заслужила сапку, если кто-то в будущем захочет кому-то подарить. Свежее мясо. И розовый тоже получил сапку от архитекта. Спасибо. Блять. На метеоритах. Крайбл, на метеорит. Мы будем иметь в виду про Крайбл, спойлер. Да. Че, антистрима кикаем? Я тоже антистрима думаю почему-то. Кто кого не видел. Не, ну смотри, по первому голосованию артист, лифкастер, дамплинг, то есть мы вот втроем голосовали в спойлеры. Мы должны быть чистые, по сути. Харайбл сейчас был рядом. Да, я видел много людей, очень много времени. Труп где? На метеоритах? Да. Давай антистрим, он с навигации пришел сейчас. Я только что до камеры пошел. Вы сейчас просто меня кикает, в меня вкинул ман. Просто меня вкидывает ман, скорее всего. Он просто хочет меня убрать одного мирного. Но это либо фиолетовый, либо черный, я просто не представляю. Ну, можно вариант цвет хитный, какая разница? Типа, если не угадали, еще у нас угадали. Я очень сомневаюсь, что это целый твой игру бегать. Я тебе говорю, я мирный. Вы сейчас просто кикаете, я задание делал только что. И вряд ли это артист замазался так в первом раунде. Да нет, это невозможно, я не верю во что артист. Но это очень маловероятный тип события. Антистрим. Ребята, я только что на камеру бежал. Антистрим, какие у нас команд таски в этом раунде? Да я, блин, только что на камере. Какие у нас коматаски в этом раунде? Я минуты полторы на камере стоял. Да я все задания почти сделал, мне там, по-моему, одно. Какие у нас коматаски в этом раунде? Таски какие были? Ну да. Ну, обычные, стандартные. Какие, блин. Ты мне такие вопросы задаешь. Ну, коматаски, ты знаешь, что такое? Ком, бля, я не знаю. Ну, это проводки, там, скачка, да. Да, да, бля, ребят, ну вы гоните, короче. Меня, короче, ман слил, все. Так и запишем. По завещанию, кто плохой? Чё вы гоните? Нормально сейчас сыграл.
Медленно, конечно, но... Я, типа, скорее квесты успею сделать. А, потому что у Твича пиздатые уведомления бывают, блядь. Свежее мясо. Бля, листочки бы я оставил, ну ладно. Бля, хэдбэнг. Воу, из Интер, вот это вообще нормальная туса. Бля, новый, блять, новый пакчамп, это просто пиздец, блять. Адам Сэндлер, нахуй, я хуй знает. Ну да. Черный очень странно двигается, если честно. Я специально остановлюсь между вами, чтобы все алиби создать. Просто смотрю, какая-то пассивная игра, никакие саботажи не работают, квесты медленно выполняются. Ну, я как сейчас заметил, медленно выполняются, поэтому можем сейчас черного там посмотреть. Можете в меня, но если после меня будете кикать, кикать и хоррибло. Потому что он единственный, кто дольше всех в соло бегал. Не знаю, мы могли бы таски доделать, у нас одна полоска. Я тратил таски, потому что каждую игру у меня, в принципе, за 2-3 раунда все таски сделаны стабильно. А уж таски осталось из живых? Я все сделал. Что я хотел сделать? Я тоже. Плюс я на импостере лучше тупо умру, чем буду так сидеть долго. Да, я все давно уже сделал. Да что, у нас призраки, получается, ничего не делают? Ну, кто-то втыкает, да, там. Ужас. Может, кого-то кушать позвали, а они таски забыли сделать. Там вспомню. Что-то хотел изо мной. Нет, что, опять саморепортишь? Еще остался мерч. Продажи. Я же говорю. Спойлер, одевачку, а? Да, я все задания сделал, мне кикнули. Ну ё-моё, бля. Ну вот все, да, ты просто сидел, чилил. Кинул меня, бля. Ну, анчестрим, просто понимаешь, либо там либо ты, либо черный, который саморепортнул. Понимаешь, шансов, ну, точнее, именно по логике, саморепорт — это менее вероятная вещь, чем ты. Делать анонс. И почему? Ну, я не знаю, я не часто, потому что саморепорчу. Потому что они очень долго себе меня видели на камерах. И постик ВК сделал. Я прям чувствую килл, да? Давай. Ну, ты же чара. Чё? Так, можно поменять цвет? Мне кажется, мне импостеры дают за цвет. А, не просто. Какой-то баг, блин, за 5 игр 3 импостера. Давай, я возьму цвет, давай. Да не, бывает такое. Ты мне вот недавно неделя была, что за один день 7 импостеров за 8 каток не выпало. Мне типа, вот вчера было, я с Ханой 3 раза подряд был. Я и Хана 3 раза подряд. Так это все, это лобби. Так, перезаходить. Понял. Классно. Зачем перезаходить импостер? Это топ, свои деньги. Ну, три раза подряд. Чатик, готовы? Я 2 раза подряд был импостер. В Инстаграм попасть. Через... Черного уже 3 раза дали, да? 4. Да. 3. Мне тоже 3 дали. 2. Одну, бля. Просто другие тоже поехали, хотя бы быть импостерами. Чоля! Подрубка! В Among Us. Сегодня без модов, сегодня играем в классе Гу. В классе Гу. Заходим. Мне наоборот нравится. Винты очень-очень интересные. Очень интересные винты на самолете. Да, это вообще очень интересно. Мир — это вообще карты, где ты, если ты играешь не от админки с логами, то ты проигрываешь. Зачем ты раздеваешься? Не так это сказать.
Сейчас стартанем. Я, кстати, так и, ну, типа, охереваю, когда выйдет карта новая, потому что они в Твиттере все больше и больше начали писать, но там при этом появились намеки на то, что она выйдет 14 февраля, но это уже, типа, максимум, типа, наглости, блин. В феврале? Они же сказали в первой, ну, типа, в начале 21 года. Вроде, да. А начало — это первые 3 месяца. Это вообще какой-то, блядь, сколько можно эту карту выпускать, блин? Там карта... Тем более, она вроде бы уже... А там что-то, какие-то новые механики же будут, поэтому, наверное, карта типа... же как 3 миры. Там огромная карта. Не и за там, 3 месяца. Там, плюс ко всему, там этот же, добавили механики новые, типа, вот этих платформ движущихся, может, они с ними проблемы. И лестницы еще. Это же и так лестницы, сложно. Да. Там же еще можно спавниться в разных точках. Ты перед игрой выбираешь, где ты спавнишься из 3 разных спампоинтов. Жесть, челы. Next Gen. Among Us на PS5. Они реально, они задерживают эту карту больше, чем Киберпанк, блядь. Кто написал «Ку, попали в тетрадь смерти». Больно? Сука. Ну ладно. На щитах. Там даблкил произошел, там мог сделать коричневый и еще кто-то. Я только спойлер нашел. Считал их табу? Ты не можешь сделать черный, если ты веришь, что там даблкил, то это не может быть спойлер. Кто это? Шрозикс. Вот, черный, короче. Смотри, Леша, они ушли вместе. Белый, синий и коричневый ушли вместе в одну сторону, и оба мертвые лежат. Ну, я значит, думаю, там... выводим коричневого, но... и не паримся. Тьфу ты, ёб. Я на метеолитах был, только что стрелял. Подожди, артистов один труп или два? Всё, выводим. Подожди, секунду. Я отвечу Дамплингу. Во-первых, я видел только один труп. Дамплинг, ты только что проходил мимо оружейки. Там стоит антистрим, стреляет по метеолитам, потому что я его не я видел. Я там сейчас нахожусь. Я пострелял и в навигацию шёл. Я не видел, если честно. Я нахожусь сейчас на метеоритах, там его нет. А кто электрик? Мы с Хориблом были на кислороде тоже, не видели антистримера. Кто починил еще Скрэйбл? Я починил Скрэйбл. А ты откуда пришел туда? Я пострелял, сразу ушел. Я влево пошел в самом начале. Ну, именно я откуда ты пришел на электрику? Просто есть вариант, что если это сразу сделали, то Дамплинг также мог щитов в навигацию залететь, типа, и вы оттуда выходить, я его там видел. Я в самом начале на щиты побежал. Да, мог, не отрицаю, но я на ножках на своих пробежал щиты в самом начале. Они с ним выводим, типа, он бегал с ними... Ты в размен пойдешь? Я только что задание делал. Нет, давай тебе в центр. Куда пойдешь? Что ты там? Нахер размены. Я говорю, что... Ты восьмерых просто кикаем и живем спокойно. Его нет, там я и так я потом вниз пошел. Он же сказал, что он ушел потом. Он сейчас сказал, я стою на метеорите, потом сказал, я же сказал, пострелял и пошел вниз. Он, блин, мы с Хориблом тебя тоже не видели. Все, чел, а потом за ним. А мне кажется, второй артист. Я тебе дам сейчас. Не надо в размен для поиграть чуть. Не, вряд ли артист. Плюс размен для лохов. Так. Я был второй, сейчас посмотрим, что он будет. Рюк в штанах. Смотрите, рюк в штанах. А они, кажется, вывели мафа. О, Верлорд разбанился. Бля, опять ему что ли бан выдать? Свежие деньги. Чтоб ты стал придом в следующей катке. Спасибо, Кать, постараемся. Не от меня зависит. Ну просто по-братски.
Блин, я вот думаю, мы... Типа... Даже модно делать... Даже модно делать смайлики в стиле других смайликов. Ну, у меня есть на канале. У меня как бы есть финнер... У меня есть пуч пакчамп. Который, кстати, не так часто используют. У меня есть... Пуч рафлан. Что у меня там еще? Пуч кул стори боб. Вот эти все. Я хочу сделать пуч кеквейт. Вот, как вы думаете? По-моему, нормальная тема. Ну, я понимаю, мы правильно кикнули антистрима. Скорее всего, да. А его артист очень размен хотел, я думаю, да, артист остался, да. И ему не сделать. Давайте килл. Кикаем артиста, да. Хотя, стой, ну, при семерых это опасно, может, они а уверены. Если бы мапа просто... А у нас бы был килл хотя бы один, если бы у нас было два трейтера, алё. Не, они могли пассив гейминг вырубить оба. Да, могли. Почему? Два трейдера бегают и никого не убивают. Ну, давайте просто быстро доделаем и все, побыстрее. Ну, вероятно, но бывает. Давайте артиста кикнем. Давайте артиста кикнем. Что мы кикаем артиста, я не понимаю. А, Левкастер, ты был тогда на камере стоял? Что мы кикаем артиста? Во-первых, за вкиды. Нет, смотри, короче, забегали мы с артистом, когда реактор падал на реактор. Ага, да. Он остался там сделать квест какой-то, видимо, для вида. Потом ушел вниз, я встал на камеры, Левкастер стоял со мной, Левкастер ушел. Я вижу на камерах, как артист опять зачем-то возвращается на ядра эти. Потом пытается забежать ко мне на камеру, я специально выбегаю с камер, потому что думаю, что это такое за мув, типа вернуться еще раз туда. Да, я тоже, я поэтому и думаю на артиста, странный мув. Пацаны, но вы почему-то оба живы. Когда один заходил ко мне, когда никого не было, второй со мной был, когда никого не было. Вы почему-то живы, пацаны, поэтому не, делайте ну, вывод. Потому что Левкастер, потому что знал, что если ты меня бьешь если... на камерах, то... Если мы кикнем, мы жри потеряем, чел. Если вы кикнете, ну, пожалуйста. Что там, чел? Кто голосовал в артиста? Порту нормально? Я голосовал в артиста. Я скипнул. Я не думаю, что это правильно. Кто голосовал в артиста? Открываю я, значит, ВК. У меня там в новостях, ну, просто ленточку пролистал. Хули ты попала? У меня кто-то в друзьях. Чтобы тебе выпал пред и ты всех победил, я в тебя верю. А также хотелось бы сказать, что ты солнышко и я тебя люблю, Фин. Привет от Алекса Роса. Привет, спасибо. И привет Алексу Росу. Да блин, дайте рассказать. Так, ну если вам по кайфу это делать, и ну, да. Если вы не хотите. Окей, давайте продолжим то, что мы начали ранее. Вот чел меня проголосовал, согласен. Да. Оправданно. Кто еще проголосовал? Я скипнул. Я или в Кастер, наверное, не? Не, я скипнул вроде. Хотя я не уверен точно. Я это кто говорит? Что за кринж? Чел, да, я знаю, проголосовал. Так. Я и Лив Кастер. Но он говорит, что он скипнул. Не, я скипнул. Артист сам себя мог голоснуть. Точно, я мог сам себя для того, чтобы чел. Уйти на всякий случай и не выйти 2-2. Точно. Хорошо, а кто в чела проголосовал тогда? Я голосовал в него. А вы остальные все скипнули. Кто сказал, что мы по квестам быстрее сделаем, чем кикнем артиста? Я сказал. А что посчитать, там пол полоски еще осталось, что мы быстрее сделаем по квестам? Да я скипаю, я что-то не уверен вообще ни в чем. Блин, я бы чела просто, ну чтоб понюхал почему? Немножко, почему? Понюхал воздух почему? Космоса, почему? Объясни думаю. Сейчас, объясни. Ну потому что ты не оправдан, у тебя нет аргумента, почему артист я должен сказал, уйти. Я сказал, почему, потому что чё ты меня вкидывать начал. Не хочу кричи. Потому что ты меня начал вкидывать с ничего вообще. Чела. Я говорю, что я был с черным наверху, ты говоришь, что это Леша сделал вкил. Я поставил чела, куда хотите ставьте. Чел-артист. Смотрите, давайте пойдем сейчас втроем. Вот. Чел, мы не договариваемся. Без координации действий, без координации действий. Не-не, мы просто пойдем по уединенный уголок. Кто-нибудь убьет из вас меня. И пусть все остальные решают. А? Если что, хори был мирный. Нифига ты там, да, хори был красный. Ну да, мы с Шрой. Чтобы красный, если, что. Раунд, если что. Так что да. Поэтому вот вам все еще больше причин меня убить, так что давайте. Сколько еще кнопок будет, блядь? Это потому что возмущается еще. Не, если бы мирные признали бы, что они голосовали в артиста, мы бы кикнули. Но артист получается не мирный.
Так. Мне сегодня надо будет отъехать постричься. Ближе полуночи. Когда вернусь, возможно, подрублю просмотр аниме ночью. Ну просто, мало ли. Кто не в курсе, мы тут устроили просмотр аниме у меня на стримах. Смотрим 91-й день, 4 серии из 12 уже посмотрели. Извиняюсь, что потратил кнопку, блядь, ну давайте мы не будем стоять толпой в одном месте. Как минимум, не, для импостера это некрасиво. Я стою. Я бы человек кикнул. А я один остался тоже. В тот раз, вы все тут стояли. Можете кикнуть, конечно, и не стрима, спорить, я могу. Просто некрасиво, когда это... играет импостер еще, не то вы просто идите в одном месте. Леша, Леша, есть кнопочка саботаж. Ты нажимаешь, если никто не бежит, значит, игра выигрывается. Ты даешь саботаж кислорода, и два человека... Вы сейчас стоите на камерах, 4 человека. Там двое сейчас по... В тот раз так же было. Стоит. Ну, типа, говорил уже об этом и Мак, типа, ну это некрасиво, серьезно. Это по сравнению к импостеру. Когда я такой... Я ее придерживаюсь. Ко мне просто приходит чел, и тоже еще почилить. Когда я такое говорил, что просто. Все толпой стоят, мне просто говорят, нажимайте саботажи. Пока за этот раунд хоть один саботаж сработал, хоть один. Не было, артист, я тоже... Нажми саботаж, Лёш, типа, и говори. Я не импостер, типа, мне просто не нравится, когда такое подшучу к импостеру происходит. Кстати, артист же на камеру все время стоял, да? Да-да-да. Саботажа нет. Я просто последний квест остался, и я все сделал уже. Походу, два импостера. А, про ВК я хотел рассказать. Я, типа, открываю это, ленту, что-то листаю, и в друзьях там один чувачок пишет. Знаете, как называют копейки в Испании? Залупеса. Ха-ха-ха. Удалить из друзей. Ну, это не был артист, что я ему хочу сказать. Ага. Да, я просто хочу эту игру закончить, забейте. Блять, вы нажали на кнопку раньше, чем я успел увидеть, кто это сделал. А ты ничего не сделал? А, ты зарепортил? Так это край был, получается, нет? Это я. Не, я просто заявлю, потому что это бессмысленно, вас пятеро бегает в одном месте, типа, смысл. Да я говорю, блять, типа, ну по отношению к компостеру некрасиво. А почему никто не признается, кто в артисты голосует? Ты край у меня голосовал. Чел второй сидит, двери закрывает, я даже саботаж не могу нажать. Я, знаешь, я уже думаю. Я просто понимаю, что край был импостер, потому что он в электрику не заходил, а там оказался как-то. А почему? Не, вопрос. Почему мирные, кто голосовал в артиста? Край был голосовал. Край был голосовал. Ну хорошо, один трейтер, ну понятно, что голосует. Вопрос. Вы нахуя в пятером стоите, если у вас квесты, блядь, не доделаны? В чем проблема? Это у призраков, скорее всего. Да даже если, каких призраков? Вы дрочите полтора часа. Просто катка супер тупая, супер долгая, блядь. Вообще ни о чем. Можно еще одну на этом? На скилде. Давайте последнюю на скилде и потом полюс.
Я бы на полюс тоже пошел уже. Последний. Импостера хочу. Финн. Вызываем к тебе. Ты ладно. Вообще жив, Финн? Ты чего не разговариваешь? Он стартует. Я, блядь, мертвый был, блядь. А, точно. Эх, не получилось, пацаны, не повезло. Можно next. Привет, Миша Будкову. Передаю привет Мише Будкову. Да, блядь, да как вы заебали-то, а? Дайте поиграть-то, блядь. Ну, артист, что происходит? Скажешь? Просто все саботажи делаются. Да, артист из столовки выходит, а там труп за ним держит. Ничего, что выключился свет, я с оружейки побежал вниз. А, я не знаю, камеры работали. После этого я тебя точно кикаю. Да, плюс. Почему? Почему? На труп лежит у кнопки, если и ты пошел что? С оружейки, ты проходишь и что? По цели. И что? Я говорю еще раз, я с оружейки выпускался. Да, 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 я это имел. Ой. Я опускался вниз к админке, все, включился свет, я побежал к тебе. Неправдоподобно. Откуда я, что я вижу, у меня большой? Я сзади тебя бежал, и перед тобой труп лежал. Откуда я мог знать, что там труп? Я пробегал, и сверху стола не пробегал. Я так понял, труп сверху стола. Да, труп сверху стола, ты оттуда идешь. Ну, так а как с оружейки. Понял, в так я сзади него бежал. За оружейки я побежал в сторону админки. Камеры, я не помню, работали или нет. Включился свет, побежал в сторону камер. Встретил тебя, ты побежал куда-то, я думал кнопку нажимать. Бегу за тобой, перед тобой лежит труп, ты его репортишь. Артист слишком хороший игрок. Ливкастер, Ливкастер, можно у тебя вопрос задать тебе? Да, конечно. Ну, да, смотри, да, помнишь, вот в электрику двери закрыли? Там, случайно, чел не был в электрике на момент закрытия дверей? Нет, я был рядом с электрикой, Ливкастер. А нет, подожди, он был, когда двери закрылись, он был в электрике. Потому что, по-моему, когда двери открылись, он уже был где-то в районе камер почему-то. Алло, я с Ливкастером, блядь, стоял около закрытых дверей в правый реактор, в нижний реактор. Как он называется, хер знает. Ну да, он вышел, я смотрел, он вышел из электрики, и мы пошли вместе до камер. А, ну окей-окей-то, ну все, без проблем. А где труп? Где труп? Труп в столовке лежит у кнопки, оттуда сейчас артист вышел. И... Крайбл, а ты откуда? Что еще? Я с админки вышел. На мужика готов. Только включился свет. Даже я сформил садку, если я выиграю игру. Окей. Ладно, я, короче, эти сделал 2 килла, у меня тип вообще не хочет убивать. Я оба света чинил. Опять Крайбл второй трейтер? Реально. Конечно. Да, надо еще, чтобы предатели выпал. Свежее мясо. Па. Архитект продолжает радовать вас сапками и меня. А это старые игры. Я за весь год игры буду учитывать.
сейчас вопросы задаю и отвечайте, кто где. Кто где сейчас? Спойлер и Крайбл могут не отвечать. Ой, бля, я на камере. Хастер у нас скиллов. Хорошо, ты на камере. Есть скилл, подожди. Я сейчас медицинский. С верхнего движка выхожу как бы к камерам. Ну да, блин, какие камеры все тогда. Меня там закрывали. Чего, блядь? Ну, труп в столовой лежит, я по админке посмотрел, мы втроем находимся спойлер. Я, Крайбл, спойлер, находимся в админке. Чел на камерах должен был видеть, как к нему со столовки идет дамблинг. Да, я шел. Ну, я понимаешь, да, я достаточно долго шел. Я сначала. А, забежал... еще один человек сейчас лежит в столовке, и это, ну. И спойлер маловероятно ты сделал, но. Ты очень рано голосуешь. Да, только я снизу пришел. Да, спойлер, я поэтому и ничего. Ну, ты в теории мог сделать. Я уже передавал привет, но вряд ли это. Твоему другу. Да, блин, проголосуй, все. Но ты, видимо, из своего первого сообщения забыл обращаться. Смотри, спойлер, мы находимся, я по админке смотрю, мы трое находимся в админке. Так. Труп лежит в столовой, потому что один человек по админке находится. Один на камерах, один в верхнем двигателе. Ну, чел с верхнего со столовки пришел на верхний двигатель. Кастер, можешь мне ответить, в какой он часть лежит? Я не знаю, он лежит просто в столовке. То есть ты его не нашел? А слушай, я не стал искать камерам, его, типа... По камерам, смотри, по камерам со столовки в метку заходил дамплинг, но он стопнулся перед камерой, видимо, я не знаю, ну... Ну, он понял, что камера горит. Потом... Да, я думаю, он специально стопнулся, чтобы я его чекнул. Но, смотри, еще очень много человек в соло забегало между админкой и столовкой. Вы не всегда втроем были. Спойлер снизу пришел, и вы потом разбегались пару раз. Вы потом пару раз разбегались, и опять к вам кто-то возвращался. Давайте квест тогда делаем, блядь, просто, и все. Дамплинга, я не буду голосовать. А почему у нас три человека голосуют из шести? Ну, спойлер, потому что это дамплинг. Если ты был бы мафом, ты бы сейчас в него вкинул. А он остался, и он скипнул, типа. Остальные были бы мафами, вкинули. Он маф остался один. Ой, я бы был бы мафом, не обязательно я бы вкидывал в него. Это, кстати... Я хотел сказать. Забыл. А, у меня новость есть очень хорошая. Для тех, кто интересовался самочувствием Астрофемуса Фарука, он сегодня нам написал, что он скоро вернется в строй. Я, типа, ужасно рад. Типа, Фарук хорош, блядь. Просто... Мужик, мы тебя ждем просто все с распростертыми объятиями, чтобы тебя убивать в этой игре. Хи-хи-хи-хи. Свежее мясо, HT. Новый Моник, норм. Единственное, мне нужно кронштейн поставить, потому что у него ножки неудобные. Я вот заказал, мне приедет. И о чем мне сегодня вообще голова не работает? Я все забываю, что хочу сделать. Это антистрим. Прям передо мной. Тупой килл, короче, тупой килл. Самарапорт. Я с дамплингом забираю, мы инста-чиним свет, и он... Короче, он убил и зарепортер. Я только до света подбегаю. А сколько, подожди, сколько трейдеров? Один, два? Один. Должен быть. Артист сдался. Шозекс. Ну чё, левкастер? Ну, типа, кикнули бы, и ничего страшного. Чё тянуть игры-то? Вы реально поверили? А нет. Чё тянуть игры, не делая квесты, блядь? Я все сделал, спойлер, да. А ты? Я давным-давно все сделал, три раунда как? Блядь. У меня не корона, у меня... похмелье, блядь. Очередное.
Шрозекс, получается, что. Так, что там, блядь, в прошлом раунде нахуй у вас произошло? Да, синего, этого розового кикаем тоже и все. Стоять, ну, нет, походу на вкатку своим фаном артист заруинил, я не знаю. Если артист, потому что не импостер, то, ну, это пиздец. Если бы артист был не импостером, мы бы уже проебали, потому что мы при шестерых голосовали, проголосовало только три человека. Один импостер бы докинул, блядь, при шестерых, короче, блядь, убили бы нас уже давно. Реакторы прожали, даблкил бы сделали. Что у вас в электрике произошло? Так вот, забегаем мы на свете. Я дамплинг, антистример нас убивает, все. Одного. Я делаю репорт. Крайбл тоже это видел? Я был рядом с камерами, а провода делал. Там камеры горели. Нет, там же два человека зашло в электричество, нет? Я не в электрике был, в этом ты прикол. Не, окей, вот розовый, а кто с тобой заходил? Вместе похмелимся. Дамплинг. Да я сегодня дома сижу. Точно. А, ну все, розовый выгнали, блядь. Мне похуй, блядь, кто-то один квест нахуй доделать не может. Проебем, блядь. Голосуйте в розового. Меня заебали эти катки. Кикните, стоп, кикните спойлера после меня сразу. Да, как, блядь, как? Объясняю, ты на админке стоишь, вообще останетесь с одним импостером. Ты стоишь на админке, ты не делаешь квест. Ой, блядь, что ты несешь? Ты вернулся два раза на тот же самый квест. Ой, блядь. Где карточкой надо водить, чел. Ты рул всю, выкиньте его нахуй, блядь. Какой скипнер в кастер, ты заебал, блядь. Кикни просто, что он несет, блядь. А я уже его и так кикнул. Я уже готов всех кикать, типа, спойлер. Я и даблинга был готов кикнуть, и всех готов кикнуть. Я понял. Типа, что игры-то тянуть? Некоторые по 90 секунд сидят и думают, кого голосовать. Я не понимаю, блядь, это что за игры, нахуй? Ничего не происходит. Чё они сидят, типа, многие думают по 90 секунд? Вообще, нахуя меня кикать? Я вам в первом раунде все света починил моментально, блядь. Я чё, импостер? Додик импостер. Да, ты импостер. Кто, блядь, не делает квесты? Объясните там мне. Там чел АФК стоял. Я АФК стоял. Ты, Лёх, ты, блядь, ты чё, конченый совсем? Я не понимаю. Чё на меня орёшь, блядь? Тебе тяжело квест выполнить? Эта игра, сука, бесполезная. Длится хуй знает сколько, уж все заебались. Левкастик, тебе повезло. У меня, короче, 2 секунды КД было, и я тебе просто не успевал догнать, типа, как раз. А это ты килы сделал, да? Да, это 2 килла на оружейке Фина, когда он меня спалил, что я просто так стою посередине. А ты потому что убивал типов на мне, ты подошел, моего уже, типа забрал. Я уже бежал кнопочку нажимать, и ты меня перевезал. Да, я так и понял. Хера, вы меня... Я потом полторы минуты по правой части бегал, типов искал. Ягода, вообще никого не справа тут, не было. Болеет с похмелья, тебе не надо было записывает болеть, в тетрадь тех, стоит, кому должен. Чат. Кто занял я ему, серый, пишите, блядь, плюс даже, помянем. Блядь, не дали мне договорить, уже нажимайте кик, блядь. Спасибо, архитект. На развод повели. Так ты понимаешь, типа, это так долго игры идут. Ты Амана Миса? Ну, реально. На самом деле, в той ситуации похуй было кого кикать, просто второго в размер моментально. Сколько у нас уже таких игр было за сегодня? 5, когда просто кто-то один, блядь, не делает квесты. Мы играем игр. И игра без... Блядь, мы полтора часа играем, блядь. И игра просто бесконечно длится. Просто бесконечно. Так, а спойлер, прикинь, как это мертвым сидеть? Типа, я еще не мертвый? А я, блядь, не сидел мертвым убитым в первом раунде в таких играх, который по 15 минут, а был, я еще, блядь. А я еще не сидел. Финаргот вообще, блядь, не поиграл нихуя. Просто один кто-то не делает квест, блядь, трейдер не делает киллы, и понеслась, блядь, тягомотина. Стоят впятером на камерах. Охуенный контент, блядь. Очень весело играть. Да я лучше пойду в доте пососу, блядь, чем в эту хуйню страдать, блядь. Ты не умеешь играть в доту, в смысле? Так, спойлер, а в доте так же происходит. Ты сидишь, 40 а кто минут, не зашел? Он дефует. Харайбл, он замученный, надо его разбудить. Сейчас я мне пишу, подождите. Я не знаю, я обычно будил просто перекидываешь с канала на канал, человек просыпается. Он хоррибл. Вот, проснулся. Здорово. Заходи. Когда-нибудь мне выпадет ебаный трейдер, блядь.
Блять. А, свежие деньги. Сапка дает неуязвимость к тетради КСТА. Не байт капа. Спасибо. О, какая песня. На донате стоит это имп бес, в общем, из артефакта. На самом деле, мне подкинули идею вчера, когда я играл у Макривского. Ай, бля, я нашел труп. Вчера, когда у Макривского играл киношоу? А нет, это не труп. Я там типа Человека-паука сделал, мне предложили сделать это гифкой доната. Так что, может, поставлю. У нас будет происходить в играх чё? Так а нафига ты нажимаешь? Ну ничего не происходит, да. И хорошо. Ну так это неинтересно, так игра, типа, килом. Да все, квест выполнили, забыли. Так, слышали, Вкастер, ты задолбал нахуй. А, ну окей. Типа хочешь, сейчас тебя ёбну, блядь, тогда. Да можно его просто кикнуть. Тебя, типа, вообще, да не волновать не должно, как я за трейдера играю, понял, бля? Все понял, вопросов нет. Ну все, бля, нахуй. Иди молчи, бля, понял. Охранник пятерочки, блин. Спойлер, блядь, ну не тяни время. Не, да, бля, кстати. Я думаю, кто трейдер, нахуй. Дайте подумать, подождите. Ладно, спойлер, подумай, я пока что отлучусь. Да, иди посикай. Ой, может чайку пойти себе сделать? Да вы заебали. Нате, нахуй. Чайку, я могу тебе хуйку дать, хочешь? Хуйку? Ты такой злой, тебя не убили? А он у тебя с медом? А где я злой-то? Ну, в принципе, да. Он у меня со сгущенкой, хочешь? Бля, обожаю сгущенку, давай, похуй. Это Трайбл, скорее всего, кстати. Ой-ой-ой. Блять! Он меня нашел, сука! Я ж говорю, что пизделся. Финн сам застрелился. А, это так и работает. Чё? Труп слева от света, короче, я нихуя не видел. Блядь, как же... Я бегу, я даже труп там. Репорт горит. Не починили, блядь. Хорошо, вопрос давай задам. Кто находится в исследовательстве? Я. Кто в лабе? Я в лабе был. Окей. В лабе был. Спойлер, ты где? Подожди, спойлер, ты где сейчас? Я докачал с этого данные в связи. Бицепс докачал. И мусор выкинул и решил пойти свет починить. Просто типа в сторону света пошел край был, и я такой, нахуй я туда пойду? Пойду данные лучше выкачаю. Ну, а вот. Прямо на свету стою. Ну, типа... Чё, я не слышал, можно заново, пожалуйста, я не слышал тебя. Кого ты не слышал? Тебя не слушал. Ну и пошел нахуй тогда, блядь, слушай. Пиздец, сижу. Повтори, что ты сказал. Сижу, распинаюсь, блядь, перед кем. Короче, Крайбл, ты на электричестве сейчас стоишь? Смотрите, как стрелки метают. Да? Короче, сколько рычажков осталось? И какие? Два. Еще осталось. Какой смысл начали? Короче, моя версия. Вырубают свет, я видел, как спойлер бежит в левый низ. Потом я побежал так же.
поднимаюсь вверх по вот этому туннелю мимо дерева, и там репорт, кнопка у меня загорается. Вопрос, секунду. Кнопку. Спойлер, какую карточку делал, левую или правую? Я ни одну карточку не делал в этой игре. В школе расскажешь, как меня по квестам подъебывать, блядь. Сынок. А что, нельзя? Сына, блядь. Спойлеры голосуют. Да, потому что два трейдера, блядь, спорил. Короче, Крайблов сейчас выкинем, нахуй. Потом подумаем. Стоп, я на электричество иду проверять рычажки. Никто не идет. Вот бы сюда хуску задать, которая при всех ходит, режет. Блин, 321, жаль, не 322. Название песен пишется на стриме. Кого ты там режешь скрытно и красиво? Что ты мне рассказывать будешь? Да алло, можно замутиться? Не твой уровень, дорогой. Чел, выходи отсюда. Ты кончи, я сюда на... Нет, мы так не разговариваем. Извини, во-первых, во-вторых, чел убивает и бежит в сторону, короче, ямки, которая на электричестве. Я сейчас нахожусь вообще на скачке данных в комнате с двумя мониторами, ничего? Что показывает? Там двое стоит. Что показывает? Чё? Что показывает? Хуй знает, там не написано. Ну вот, я тоже согласен. Да при мне чел убил, труп не успел упасть, он побежал в сторону ямки. Ты говорю... Где убил? А, там, где... Свет, я чинить, вообще короче. В другом месте нахожусь, типа, блядь. Естественно. Так только что ты сказал, там, где комната, два монитора. Ну, так это в другом месте находится. Где? Да. Связь. Комната с двумя мониторами находится рядом с админкой. Подожди. Там, где связь чинить. Крабл, ты должен мне поверить, я только что от тебя убегал и за репортил. Так меня убегал, ну, да. И за репортил. Я верю тебе, артист, мне при похуй, семерых блядь. Верить. Да ну, похуй, если человек да похуй, блядь. Фантазирует. Да, если проебали, то и заебись. Чё фантазируешь? Два чела стоят, господи, можешь что-нибудь сказать, пожалуйста? Потому что ты сейчас на мониторах. Кто на мониторах стоит? Защитите его, пожалуйста. Ты про связь или про что, я не понимаю? Где связь, да? Ну, я стоял там, но артист, я из выстав никого не видел. Похуй. Нет, так я не трейдер, я бы с удовольствием. Да и похуй. В прошлый раз бы вы так голосовали лучше. Походу, проебали. Да похуй, блядь. Мы это не катки, это какое-то говно из жопы, блядь, взяло текущее, которое высраться не может нихуя. Чего? Алексей Соло Березин специально заявил, что Дмитрий Финаргот Плюсихин, но я не Плюсихин, если что, играет в игру Эмоунг Ас официально. Чего? Всем спасибо за игры. Надеюсь, и тебе спасибо. И тебе спасибо. Вон, хуску залетай. Крайбл и спойлер особенно целую. Особенно с языком, да? А, на электричестве труп. А, не я даже зарепортил. Ему... Я знаю, сколько? Ему времени, но не скажу. Пока не так, скажу. Так, смотрите, получается... Антистрим, а ты откуда зарепортил? Ну, я бежал как раз свет чинить. Но ты с лаборатории возвращался? Да. Все, ну смотрите, просто туда, короче, пробегал... А, как он? Шокс? Или... Ну, короче, черный, он зашел в исследовательскую. Да. А потом за ним шел коричневый, он сделал проводочки там, где я в лаборатории. Ну и, соответственно, выключился свет. Начали возвращаться. Возвращаемся. Соответственно, черный остается, скорее всего, в исследовательской, потому что он бы не успел, коричневый сзади меня. Я бегу. Если спойлер, ты стоишь на лайфлайнах, получается, ты только с салатовой. Что скажете? Крабл, ты где был?
Может, до конца поверим, может, вот это артисту просто. Где ты? Где? Все сдохли. Я вот вам. Да как до конца артисту? Вы бы проиграли уже. Да, все. Давайте Крайбл проголосуем. Просто изначально мы тебе поверили без размена, это уже... Дай похуй. Трупу секунды две. Сейчас можно спойлеры увидеть. 3-4. Да, ну, в школе рассказывали. Ой, а не хочешь играть, не играй, типа. Блять, ну душные катки, ну и чё, пиздец тебе за это? Все нормально. Токсик пати какой-то. Да пиздец. О, Хускус, может сейчас Хускус залетит и как разнообразит наши катки. Нет. Не, разнообразится наши катки, когда тебя заменят бесполезного клоуна. Понял? За смех сейчас был. Здравствуйте, господа. Здорово. Здорово. Здорово, здорово. Я считаю, как надо сделать. Дали тебе трейдера, пошел сразу, хуйнул, отлетел. Ну и похуй, бля, следующий начали. Че, все просто, бля, в этой игре. Че нахуй сиськи медленно? Да не переживай, спойлер, ща все будет. Скриньте, первый умрет. Вот, игру. Ща, спойлер, я тебе прирежу, не переживай. Да? Да-да-да. О, сквозь, заходи. Я ливну сразу, если ты меня прирежешь. Ну вот ты со мной просто не бегай, это и все нормально будет. Думаешь? Угу. Думаешь? Не, на самом деле уже пора мне замену искать, потому что я устал уже. Да, там гидрос еще. Да, гидрос еще. Да, да, да. Ну сейчас через пару каточек я сейчас окончательно... Он попросил заранее написать, за 1-2 катки. Алло, а у нас будет запускаться игра сегодня в этом? Слышь, ой, блядь. Лёша, блядь. Лёш, ты можешь... Я, блядь, только на трассе с 2 до 6. А ты можешь сделать как-нибудь так, чтобы тебя поменьше было немного в эфире? Не нравится? Знаешь, ты кнопка выйти. Почему? А почему такие маленькие кнопочки? Саботаж и так далее. Ну это Финаргот получается. Объясню почему. Объясню почему. Вот при входе в лайфлайны, там я смотрел на камерах, стоит Финаргот, и кто-то стоит на лайфлайнах, видимо, вот как раз-таки темно-зеленый. И вырубается, или не электрическая, как это называется, вырубается, связь. Я бегу проверять, типа, там живы или не живы. Финаргот как раз-таки оттуда бежит на связь. И там труп, собственно, темно-зеленый. Ну, это я сейчас тебе, Лёш, тоже расскажу. Я стоял там почти весь раунд, мимо меня там бегал Ливкастер, Крайбл, блять, хуево тонна народу, еще даже когда камеры не работали. Ну, ты, в общем, Лёш, тоже держи в курсе о своих камерах, которые у тебя включились на 3 секунды. Суть в том, что ты мне можешь объяснить, вот я подхожу к починке связи, да? Которую я починил. А почему вот каким образом ты вот видишь, откуда я прибегаю? То есть ты приходишь на починку связи и не чинишь, просто стоишь, получается. Нет, я бежал от камер. У меня подожди, Финаргот, ты починил связь? В смысле, я сейчас стою на починке связи, Финаргот? В смысле? Там двое стоит, на связи. Да нет, там одновременно могут все чинить, если что. Не, ну я просто самый первый прибежал и сразу отрегулировал, типа, и произошел репорт, и я не увидел, кто там еще. А, погоди, ты стоял первый на починке? Я сейчас стоял, Хорошо, тогда у меня вопрос... Леша, тогда о чем ты мне говоришь? Я тебе говорю, что ты у меня прибежал... Как раз а ты откуда прибежал? Я прибежал, где вот электричество так вам это получилось. Ну да, я прибежал справа, я стоял там весь раунд. И что, там труп валяется? Ребята, труп валяется, потому что ну,
Ну, так и что, блядь? Так это и не я, блядь, и что, блядь? Типа, ну, я не поговорил. А в чем заключение это, Лёша, блядь? Мне Финаргот не нравится, но Лёша мне еще больше не нравится. О, а кто меня голосовал? Кто меня голосовал? Были зеленый и Крайбл. Я вкинул фин в тебя. Левкастер. Еще? А, бля, Левкастер с Лёшей не... Левкастер с Лёшей не братья случайно, ли? Забайтим админщиков. Будем байтить админщиков сюда ходить. Они сейчас увидят. Ой, один человек в исследовательской. Наверное, там труп, блять. Пойдем проверим. Нет? Не хотите проверять? Ну ладно. Нормально. Нормально. А ты левый реактор нормально сделал, да? Да, да, ну конечно. Я его только что, я его только что видел живым, я его только что видел живым. Его только что убили. Ну, наверное, Лёша, это Финаргот. На лайфлайне кто-то стоял? Я только спустился к ним, я еще не успел. Он выбегал слабо и бежал на левую ручку. Ты в лабе был, да, Левкастер? Я был в лабе, остался с... Кто был со мной еще там? Я опять в лабе был? Тобой был черный, он выбегал из лабы налево, я потом забежал в лабу, думал, он мог убить и смотрел сейчас лабу. А у меня проводочки были в душевой, я сделал проводочки, там потом проводочковые ямки, я сделал проводочки. Окей, я еще по прошлому раунду тебя хотел спросить, с нами в лабе были, по-моему, зеленый и еще край был, как раз. И они, по-моему, почти вместе убежали, когда связь вырубили. Крайбл, ты куда слабо убежал? Крайбл тусовался в прошлом раунде справа офиса, он там делал этот... Он был в лабе, я увидел там. Он делал, как его, лаву ты ж делал, по-моему, Крайбл. Да, я лаву так... делал, лабиринт делал там. Крайбл, куда ты после лабы убежал? Чё, Финаргот, хуёво с Крайблом чёрным играть, да? В предыдущем раунде после лабы я побежал. Поэтому я сижу и топлю его, блядь, немножко. Ребята, подождите, Крайбл... Люблю топить своих, понимаешь, спойлер. Поэтому после Крайбла потоплю немножко тебя в свои штанишки, блядь. Я был такой топ в твоих штанах. Что происходит? Да чё, Финаргота не выгоняем, с ним весело, блядь. Чела убили, заебись нахуй. Чё ещё? А, кстати, чела убили, лол, блядь. Я даже не заметил, блядь. Вот, мы с дамплингом красные. Ой! Блядь, это что за хуйня была сейчас? Вы что, конченые? Шесть человек на восьмерых, нормально. Нормально. Шесть человек на восьмерых и трое, а... Ну, блядь, а... Я даже не могу придумать, кого в баланс вводить. Левкастера нахуй, блядь. Это что сейчас было, блядь? Почему я? Ну, а нахуя ты меня голосуешь сейчас? Да, блядь. Типа прикол какой-то, блядь. Я типа полтора часа, типа сижу, жду трейтера. Мне выпадает трейтер, меня просто берут, просто так кикают, блядь. А зачем? Ну, блять, у нас, скорее всего, даблкил сейчас бы сделали и все, нахуй. Нет, нет. Так если зря нажал. Если бы даже дабл, у нас бы 5 осталось бы. Не-не-не, у нас уже красный мертвый был, я видел на пульсах. Я не знаю, сколько времени он был даже мертвый. Блять, просто из-за теперь непонятно, подумал... где его труп и кто находился. Типа, ну, у меня есть информация по трупу красного. Он произошел на моих глазах. Ну, типа, на лайфлайне. Ну, на глазах лайфлайна. Сколько времени назад?
Ну вот, типа, я когда с Лайфлайном побежал, мы пересеклись в офисе, он вот умер под... Как с Лайфлайном добежал? Ну, в левой части его нету. Ну, я потому что увидел спойлера, который бежит ко мне, потому что спойлер мав, типа... Типа... Я сказал, мы с Дамблингом красные до конца игры, ты заебал хорошо, в кастер. Хорошо, так, ну, типа, ну, всякое же может быть. Я ж не могу верить всем, может. Что... Может. Нет, не может. Вот когда пойдешь реакторы да. чинить, блядь, давайте тогда так. Краснишься. Немножко прошлый раунд вспомним, кто Фина проголосовал, кроме Ливкастера? Ну, два человека голосовали у него, помимо Ливкастера. Походу, два мафа. Ну смотри, артист, мы знаем, что голосовал я, два человека в него голосовал еще, это был не антистрим, ну, и не спойлер. Ну окей, давай, а сейчас кто у меня, красный, да, говорят? Да, Хускус, да, да. Возможно, Хускус, то еще где один. Где его убили, где Хускуса убили? А мы не знаем, кнопку нажали. А, я в Крайбл вообще голосовал, потому что мне он не нравится по первому раунду, а вы не даете ему сказать, куда он, блядь, после лапы все-таки побежал. Просто если сейчас действительно рассматривать, что два трейдера, то нужно выгонять да, обязательно. Давайте Крайбл выведем, похуй. Видел последний раз на камерах. Я в Крайбл проголосовал, я не хочу возле думать. Кнопки там недалеко он бил. А, вижу сейчас. Я просто пытался спросить у него несколько раундов, но все орут, и я нихуя не могу спросить человека. Да, вот именно, блядь. Если здесь два мафа, еще то это лус. Я думаю, что между Фенарготом и Крайбом 100% мав должен быть. Спойлер мьют. Давай, артист, тащи. Хорош. Не очень хорош. Это не спойлер. Это не антистрим, скорее всего. Лола, а что-то хуйня какая-то получается тогда. Подожди, спойлер. Ты говорил, да, что дамплинг точно до конца игры мирный? Ну да. Спойлер там был, последний раз он смотрел. Он а дамплинг, смотрел... который ты называешь точно мирным, он говорит, что это точно не антистрим. Типа, еще ну, я не знаю, когда был труп сделан, в принципе, вот из-за этого. Антистрим, ты туда побежал, потому что на камерах труп увидел? Нет, я туда побежал, но ты туда первый как-то забежал. Я за тобой зашел. Ну да, ты за мной зашел. А где труп, простите? Он на пульсах лежит. Сосите, блядь. Конечно, если артист выиграет, то нужно покупать савку. А вы что думали? Значит, трейдеры выиграли, что? Да выгнали, в чем проблема? Блядь, нет. Ну, потому что... Ну, спойлер Дамплинг... там был. Дамплинг красный. Я красный. Дамплинг говорит, что антистрим красный. Ну, я не уверен, на самом деле, полностью в антистриме, потому что он стоял на камерах, но вдруг чего не видел. Я на камерах видел спойлер. Да. Только смотри, ты выходил, получается, с левой стороны офиса, я пошел посмотрел на столе, Ливкастера нет, я просто посмотрел куда-то он в обратную сторону, ты уже пробежал, и я также с правой стороны офиса начал выходить, с левой. А где труп, я так и не понял. Да, Ливкастера... Я не помню, спойлера кто-то видел или артиста? Спойлер, как только выключился свет, спойлер открывал, либо Ливкастер, не знаю, Ливкастер обратно, что спойлер открывал дверь, с левой стороны света, выходил. Не света, связь! Да, я вышел один, а артист Ливкастер нажал направо. Артист, я не уходил с Ливкастером, я не буду скипать, я заебался в эти катки играть, блядь, бесконечно долгие, бесконечно тупые. Ну, поэтому и проебывает мирный, потому что по похуйне какой-то. Да мы ни разу не проебали еще сегодня. Да? Ага. Давай нахуй. Хомячу мясные чипсы. Чел купил Моник 240 Гц, чтобы играть в Among Us.
Чел купил Моник 240 Гц, потому что он занимается монтажом, созданием сериалов периодически и играет не только в Among Us. Спасибо. Блять, нет! Ну ладно, ладно, спойлер артиста выводим. Блять. Ты думал, я не замечу, что камеры перестали гореть? Ну, пытался. Да вы, блин, не разлей вода, вы... Да это нереально играть, что это, блядь, нахуй, три голоса в меня прилетают, просто рандомные, блядь. Еще два человека сидят, не голосуют. Что это вообще было? Кто, кстати, в метро голосовал? Это карма. Это я голосовал. То, что Левкастер меня всегда будет голосовать, это понятно. Кто еще два человека? Я не всегда. Это я был. Кускус и еще кто? Просто по херне вы какой-то в него кинули. Типа, это вообще пиздец. Я в том раунде, блядь, стою просто весь раунд АФК в исследовательской. Держи в курсе, Левкастер, за такие вбросы, блядь. Это не я вбросил, только это чел бросил, и чел сдох. Я такой, ну ладно, чел сдох, значит ты. Да причем? Чего, блядь? Я знал, как? Что это он, видишь? Я помню. Ну, он знал. Нихуя ты, ой, блядь, нихуя ты не знал, Лёша, блядь. Я просто был там, и что? Я убил, и что? Там Там до этого бегало 5 человек, блядь, Лёша, блядь. Клоун, ёбаный ты, блядь. Нет, вы поймите, раунд очень долгий был, и всего лишь один килл, поэтому там мог быть кто угодно, причем тут фильм, типа. Так что угу, ты в него и затопил, угу, говоришь. Это я угу говорю, я не топил Фина. А я Левкастер думал, угукнул, извини. Левкастер да никого не топил, он просто сидел и голосовал, и ничего не говорил, блядь. Мы так не разобрали, кто еще проголосовал, получается, раз Фин мав, то какой-то мирный не создается. Почему у нас сегодня, блядь, мирные не создаются, что голосуют? Боятся, что им пизды дадут. Так это был не спойлер и не антистриминг, то они вдвое не проголосовали. Откуда ты знаешь, что я не проголосовал? Ну там же видно. Типа, о чем мне не знать, если там 7 голосов. Откуда ты знаешь? 3 голоса, кто проголосовал? Я, Хускус и кто еще был? Я не голосовал. Да. Блять, кто-то реально не может сказать. Серьезно, ну чё бояться? Финн сам себя кинул, походу. Да-да-да, конечно. Да, кто-то реально голосовал.